Все, наконец-то я убралась у себя в теплице. Наконец-то руки дошли до теплицы. Убрала все сорняки. Вот их целая куча здесь. Вот огурчики растут. Уже там появляются огурчики у меня где-то. Вот они. Вот огурчики. Вот они, вон огурчики. Там уже есть побольше. Вот такой вот. Вот уже побольше огурчик у меня. Вот. Первые огурчики скоро пойдут. Вот все перчики тоже я обрезала. Пасынки пообрывала. Вот в три ствола завела их. Вот как сейчас покажу, чтобы были. Вот перчик. Раз, два и три. Ой, какой-то один я оставила. Надо убрать его. Вот. Один прозевала немножко. Надо сейчас убрать, пусть будет три. Ну, можно оставить и четыре, пусть будет четыре. Вот так вот перчики у меня уже цветут. Вот так. Вот это помидорчики вот. Тоже их уже почистила от пасынков. Пообрезала. Даже уже ножницами некоторые обрезала, потому что все руки не доходили. Вот. Вот так вот почистила, подвязала. И будем ждать урожай. Тепличка у меня уже наконец-то все в порядке. Вот, осталось только мне еще замульчировать. Уже солома у меня есть. Не солома, а сено накосили. Вот, замульчирую помидорчики, перчики. А вот эту траву я здесь и не убираю. Она у меня подсыхает. И тоже как мульча у меня здесь не прорастает. Если даже немножко прорастает, вот где-то я вот я выдернула чуть-чуть здесь. Так совсем чуть-чуть прорастает. И у меня здесь такая вот получается дорожка как бы из сена. Вот. Вот так вот. У меня вот такая тепличка. Вот там, где я обычно работаю, там у меня рядом моя помощница ходит. Моя Лилуша. Лилуша, ты мне помогаешь? Да, ты мне помогаешь. Вот так посидим немножко, позагораем. Если я сейчас пойду, она пойдет следом за мной. Сейчас она прилегла, присела, потому что я пока снимаю видео, чтобы выложить его. И поэтому она сидит терпеливо, ждет, пока я закончу. Вот в огороде еще у меня не все убрано. Где-то еще есть сорняки. Особенно вот здесь еще целая куча их. Вот у меня картошечка растет. Там у меня чесночок. И всегда я внутри чесночка сажаю огурчики. И вот они у меня по сеточке будут плестись. Они не мешают друг другу. Даже когда уже чеснок убираю, огурчики себе спокойненько здесь продолжают расти.